Каждый год накануне главного праздника страны 9 мая Дмитрий Иванович Крышко надевает свои медали и ордена и идет на встречу с теми, чьи судьбы навсегда изменила война. Его самого звуки фашистских взрывов и выстрелов застали, когда ему едва исполнилось 16 лет. И еще будучи подростком, он получил свою первую награду. В оккупированной фашистами Воронежской области он помогал людям скрыться от обстрелов в подвалах и погребах. Сколько страшных рассказов было, как сколько слез было, когда они в пути теряли детей, матерей, дети теряли. Вот. Теперь рассказывали, какие страшные вещи творят фашисты на оккупированной территории. Свидетелей и участников тех страшных событий с каждым годом становится все меньше, и чем дороже каждый из них, тем важнее услышать сегодня их истории из первых уст. Традиционно перед Днем Победы в Сарове проходит чествование ветеранов. В этот раз на встречу пришло всего чуть более 300 человек. Участники Великой Отечественной, узники концлагерей, труженики тыла, дети войны. Мы чтим память тех, кто погиб, и их имена высечены на стеле вечного огня. Мы чтим тех, кто пережил войну, победил, восстанавливал разрушенные хозяйства. Мы должны отдать должное, и отдаем должное вам, ветеранам, за то, что вы патриотическим воспитанием воспитываете нашу молодежь. Для нас, для коллектива «Канал 16» это всегда особенный праздник. Каждый год, готовясь к этому празднику, делаем цикл передач, называется «Лица Победы». И специальный выпуск 9 мая, в День Победы, пройдет у нас на канале 16, вы можете сами его посмотреть. Там мы показываем тех самых ветеранов нашего города, которые прошли эту войну, показываем их воспоминания. Такие встречи – настоящий подарок для ветеранов. Это возможность собраться вместе, поделиться воспоминаниями, просто пообщаться. А особую атмосферу вечера создал хор «Ивушки», исполнив песни и стихи военных лет.